День добрый, друзья. Сегодня решили снять видео, несколько приманок. Ну, а сейчас в очередах Шурбас Ассасин Турбошат 4 дюйма. Эта приманка выпускается только в одном размере 4 дюйма. Но по желанию можно делать побольше или поменьше. Вот она. Выбрал хвост. Сейчас я закрою воздух, а то она и сильно шумит и не слышно. Ну вот она на течении, вот как бы идет вот так. Вот. Это учитывается то, что этот насос. Вот, и аквариум маленький. А вот, ну, на воде она поведет немножко по-другому, наверное, в любом случае. Давайте я выключу насос. Без течения, чтобы видно было. Видишь, вот так. Вот. Повторяю, Бас Ассасин Турбошат 4 дюйма. Ну, тут нет таких возможностей, чтобы подлеще проводку делать. Вот. Что есть, тот и показываю. Сегодня а так я решил сделать вот. Оснастку вот так. На сетку, ну вот этот грузик с пазиком расширит, зажар пассатижем, и она сдвижная. Ну, есть такие офсетники, уже готовы, литьем. Можно лить, можно купить. Ну, самый простой вариант. Не понравился этот вес. Разжал, поменял побольше. Грузик поставлю. Хочешь спереди, она носом вперед уткнется. Посередине вот так будет держаться. Ну и еще раз. Бас Ассасин Турбошат. 4 дюйма. Великолепная приманка. Виброхвост. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.